Видатному сценаристу і педагогу Анатолію Житницькому 80. Поздоровляли ювіляра у актовій залі Харківської державної академії культури, де Анатолій Зіновійович викладає понад 40 років. Дата не зовсім звична. 80 лет, причем впервые, раньше ничего подобного не было. Это легендарная личность в нашей системе образования, культуры, искусства. Лично у меня Анатолий Зинович преподавал историю искусств. Это очень интересный, яркий преподаватель, профессор. Вітали ювіляра колеги та студенти, випускники академії, які навчалися у Анатолія Зіновійовича. Творчої та життєвої наснаги на довгі роки побажав талановитому педагогу ректор Харківської державної академії культури Василь Шейко. Таланту людина, яка віддавала і віддає все, що надбала в житті, що дав Господь Бог своїм питомцям. Вона виховує кадри, вона, слава Богу, серед нас. Рідкісний дар, дав Господь. Було багато квітів, теплих побажань та творчих подарунків. Відчувалося, усі вони від щирого серця. Анатолий Сенович пригласив мене режисувати його праздник. Ми вирішили так зробити. Дом, который построил он. И вот то, что мы сегодня будем делать, это больше похоже именно на то, на его мысли, на его чувства, на то, что он переживает и что крутится вокруг него. Где бы я ни встречал выпускников, они всегда говорят, что забыть Анатолия Зиновича, его лекции невозможно. Это то, что всегда говорит прежде всего о том, что человек на своем месте. Лунали только щирі побажання, бо ювіляр їх дійсно заслужив. Я желаю дорогому Анатолию Зиновичу крепчайшего здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и хороших, талантливых студентов. Дай ему Бог здоровья, дай ему Бог жизненных сил. Слава Богу, что он у нас у всех есть. Слава Богу, что его видят, слышат и ему, хотелось бы надеяться, внимают студенты. Потому что, ну, не было бы таких людей, была бы просто катастрофа. Конечно же, мне хочется пожелать ему крепкого здоровья, чтобы все беды обходили стороной его дом. Сьогоднішні студенти такі ж, як і багато років тому. Трошки ледарі, трошки фантазери, розповідає Анатолій Зіновійович. А щодо творчих планів, то вони у ювіляра прості та зрозумілі. Жити і працювати. Если в аудитории есть хотя бы несколько пар глаз что-то отражающих, то, значит, я недаром воздух сотрясаю и чего-то добился. А я их люблю, чертей. И это самое главное. Анатолий Зинович, мы вас очень любим и поздравляем с этим прекрасным праздником!